что женщине земной для счастья нужно, чтоб муж любил, чтоб дети не болели, чтоб в доме был уют и мир, да чтоб еще созвучие лир покой и радость навевало, что женщине вселенной в жизни нужно, чтобы любовь текла потоком щедрым из глубины души ко всем созданиям, и чтобы сердце, как врата добра, всех принимало и не отвергало. О Боге помнить, Господа просить терпения дать, смирению научить, вот так и жить, два мира сочетая, не забывать, жизнь вечна. Смерти нет, благослови же каждый новый день, пусть даже он несет и грусть, и тень, все горести и трудности во благо, лишь разгляди в них высший смысл как надо. Живи, учись и радуйся сполна, и будь благословенна ты сама –